Одно важное замечание, прежде чем мы начнем наш курс. Важно понимать, что язык Python — это на самом деле лишь набор соглашений между нами и интерпретатором. Мы говорим ему: исполни там такую-то, такую-то инструкцию, мы от тебя ожидаем того-то и того-то. Пути совершения этой инструкции у интерпретатора могут быть разные. И на самом деле число интерпретаторов языка Python не так уж и мало. Важным замечанием является то, что часть деталей, которые я рассказываю в течение курса, верна лишь для одного интерпретатора CPython. О том, что такое CPython, и о том, какие еще интерпретаторы бывают, вы можете прочитать, например, на Википедии.